Ребята, всем доброе утро. Вот как я обещал, я приехал в город Кропоткин. Ну и сейчас пробежимся по рынку. Ну, еще раз всех с наступающим Новым годом. Всем удачи, ну и всего самого хорошего. Рынок большой, так что я постараюсь бежать побыстрее. Очень большой рынок, голубей много. Постараюсь как бы все хватить. Дочка мне помогает. Вот уже одел перчатку, приготовился, потому что холодно на улице. Плюс один, но холодно. Ну, поехали дальше. Так, давай. Так, ну, я извиняюсь, камера дергается. Поедем, поснимаем попугайчиков. Вот они попугайчики. А по чем вам несли? 200. По 200 рублей? Ушами возьму. А это не разлучники, да? Разлучники, желтый, зеленый. А они по чем? Зеленый 500, желтый 700. Ох, понятно. Спасибо. А где дрова там? Так, ну, голубей здесь практически нету. Мало. Вот полнички. Да вот это ж точно, Санечек. Дальше. То же самое. Бригада. Волнистые по 200 рублей. Такие вот утки. Утки. Внутри. Но дело в том, что даже шкуры отдельно. Птички. Для них. А это что за птички? Репел. Репел? Репел? Коноплянка. А. И почем такие? Это снегири, да? А снегири почем? Не беру! Пока вместе со мной. Да, с козяком набираю. Что, не спрашивали, да? Пойдемте дальше. Так, у нас рыба. Рыба продается. Вот тоже. Волнистые попугайчики. А почем волнистые? Молодежь 250, эти 200. Такие. Вот такие вот чубатые. Это... Кудули, кудули, братуха. Это кудули. Кудули. Почем такие? О, я тебя смотрю. По телевизору, типа по ютубу. Значит, да. Сизобоки я порублю. Сизобоки я порублю. Лимонобоки я по полтора. Понятно. А сам отсюда, с Краснодарского края? С Краснодарского края, да, Брюховецкий район. Ну, что-нибудь гонял из них? Вот эта пара гнатая, значит, 7,5 часов рекорд показывали. Вот эта пара. Это молодняк. Этот не гнался молодняк. А вот эта пара рекорд. Но я не говорю, что каждый день летят по 7,5 часов. Нет. 3-4 часа работают бой. С боем. Столбовая, винтовая игра. Понятно. Вот эта пара гнатая. Но они могут же и таких вот чистых дать. Это, видишь? Это да, они вышли по таким, однобокие. Они вышли по таким. Конечно, понятно. Это плечи они же выводили. Просто редко. Редко, да. Встречаюсь. А телефон не хочешь оставить свой? Мы что-то позволим? Зачем? Не надо. Пока мисс не надо. Понятно. Пока хорошо. Мисс. Я только, может, я третий год только ими занимаюсь. Я вывел все, только третий год ими занимаюсь. Ну, как а завозил такой? Откуда вас? А завозил, короче, с Армении. С Армении? Да. Армазирские. Армазирские. Да. А чем такие? Так, ладно.
Это здесь тоже птички. Кормов очень много. Очень много. А утром здесь попугайчики. Смели. Сидят. Это что, амадины, да? Да, да. И почем такие? Всякая, 300, 250. А волнистые? 150. Ладно, пошли. Давай. Голуби. Саня, амадины почем? Ну и что? Кролики, кролики, вот такие куры. Сейчас, Коля. Почем такие? Полторы. Полторы голова, да? Да. Это как порода? Брани. Да. Да. Дальше, дальше. Дальше. Привет. Добрый. Это я вам писал. Да? Да, да. Значит, черныши и пунули. Я думал, вы не приедете. Я думал, вы на смене. Нет, работаете. Я поменялся. А, кто поменялся? Черные. Черные. И почем такие? 300. 300. Мраморные. А мрамор? 300. Это 300. Поеду. Вот такие канареечки. Канарейки, кто-то спрашивал канарейки. Я буду брать вакцины, но... А почем канарейки? Это самочки. По 700 рублей можно. Вы просто снимаете? Ну да, люди спрашивают. И ты, говорит, хоть цены спрашивай, стоит ли ехать. А есть канарейки? А что-то очень редко, в Пятигорске редко. Кролики, кролики, малышня, кролики. Рыболовные принадлежности. Какую цену не радует? Какой? Желтый. Да успокойся. А зеленые почем? По 1000? А такой сколько стоит? 80. А почем такие попугайки? 15. Ну,
там еще есть? Нет. Ну, производители-то остались? Ну, да. Это что, это перепелка такая? Да, это китайский расписной перепел. Самый маленький в мире. Вот он, это уже взрослый, да? Да, взрослый. Это не сушки, потому и спины вон облезлые, потому что сидят и это. Вон яйца нанесли, с вечера их собирал. Вон яички, видите? О, тут яичко большое такое, да, для маленьких. Да, для такой перепелки относительно крупное яйцо. И почем такие? 300 рублей голова. Они такие же вот неприхотливые, как и эти? Да. Так их содержать, да, так же, да? Да. Зеленые какие-то, да? Зеленые, коричневые. Это всякие. Какой краской напоил, такие несут? Да, белые, белые, белых не бывает. А зеленые, коричневые, темные в основном. Ну, надо... Так же диетическое, да, оно? Да. Первый раз. Вкусное. Это ковшик сварил, и полдня сидел и ел. Пока одно яйцо закинул, второе чистишь, то уже переварилось. Это закинул, другое чистишь, это уже переварилось. Постоянно голодный. Да. Больше времени уходит на то, чтобы почистить. Если для декорации, только куда-то в этот... Салат. Это тоже декоративные, да, такие? Да, это яванский бинтан. И почем такая семья? 3,5 семья. Тихо. Это шабо. Спасибо. Внутри. Внутри. Давай, я покажу. Внутри. Да. Давай, я достану. Можете показать. Вот крыс. И почем такие? По рублю. Васек, иди сюда. Васек ручной? Иди, не бабочка. Он отдыхает. Не хочет. Брось. Вот. А такой вот. Васек. 1000 рублей, да? Да. А сколько ему? 6 месяцев. 6 месяцев? Только на 6. Давай большого достану. Да не надо, я его и так видно. Этот постарше уже, да? Конечно, это года два. А сколько такие? 2. А такой сколько будет стоить? 2 рубля. 2000. Понятно. Спасибо. Так, это у нас корма. Кормов большое разнообразие. Со всех сторон корма. Так. Попугайки также. Неразлучники. И почем неразлучники? Это волна. Как? Это волна. Волна? А, волнистые. Фу, я тебе заговорился. И почем они? Такие вот. Карелы. А карелы почем? 2000 голова. Куры, птички. В общем, первая часть, как всегда, птички, попугаи, голубей здесь мало. Голубей мало. Вот такие вот утки. На размер домой, на мясо без разницы. На продажу. Какие, бать? Что интересует? Какие? Дикие. Тысяча. Дикие. Так, вот тоже такие попугайчики. Внутри. Свое место в. Тут уже голуби. Вертуны написано. Белоглининские вертуны. Как? Белая глина.
Белая глина? В смысле, они... Они не пьют, они... Ну, я понял. И об землю даже убиваются. И почем такие? 500 рублей, говорю. Кормилки хорошие. Чем дольше гоняешь, часами летают. Дружинные голуби. Ну, понятно. На всю Россию они славятся. Со станицы человек прославится. А такая красота... Бендама под... японская. Как? Японская бендама. И почем курочки? 500 голова. 500 голова. Курочки по 500. Спасибо. Так, тут такие будки. Будки. Вот сейчас покажу, вот такая вот сауна продается. Не знаю, правда, сколько стоит. Сбоку покажу ее, бочка. Вот такая вот продается сауна. Так, куры. Куры. Да. Как забрать? Посмотрим. Больше я тут не видел. Отсюда посмотрим. И... Вот он, хозяин. Благодарный. Благодарный. Где? Вот это вот, смотри. Голубок. И это голубок. Вот она, голубочка. Подамочка. Шейки, чудо, шейки. Вот такая пара. Красные. Краснодарские. И почем такие краснодарские? 500 рублей. На YouTube пойдет. Да. Эти тоже по 500? Эти 300. 300 рублей. Желтые, красные, краснодарские. Тут еще целая клетка. Такие. Здесь у нас внутри. Здравствуйте, я Юра. Поснимайте, я потом. Это пройдет. Холмогоры. Это ж Холмогоры, да? И почем? От 5, 4, 5, 3. Холмогоры. Куры. Куры. Декоративные. Чернохвосты. Северокавказские. На это уже деньги надо. И почем такие? 100 рублей за то, что фотографируешь. Да? Да. А как не хотел? И все хитрые. Наоборот, за рекламу надо. Вы можете телефончик оставить, позвонят, купят. Кто-то же интересуется такими голубями. Ну да. Но это еще не очень хорошо. Ну понятно, дома всегда остается лучшее. Вот сколько сказали голова? Ну они по этот 5, этот 3, это пара 5. Молодые. Такие с навесами. Так, что у нас? Корма. Корма. Здесь у нас немцы. Пара немцев, павлины сидят. Почем парочка? Вот такие. Рябоголовые. Черные рябоголовые, жуковые. И почем? 400-500. Этого года, это молодец. На ты, с боем.
гнатые? Да. Люди вот ищут таких вот, некоторые спрашивают. А телефончик не хотите оставить? Может, кто-то позвонит? Правда, могут позвонить с России, отправить куда-нибудь. Ну, отправить. Ну, продиктуйте тогда на видео. 8-961-61-58-40-517. А звать как? Григорий. Григорий. Чилис. Вот такие вот чилиря боголовые. Здесь выгнатые, вся молодежь. Я с Владикавказа. Какие? Спасибо. Кролики. И кроликов снимаю. Кролики. И почем ваши кролики? Это строкачи. 500 рублей в месяц. Ну, уступаем. Это пестрый немецкий великан. Да, они снимают. О, Холмогоры. Вот здесь у нас уже Армавирские. Хозяйки. Такие. Ребятки. Пара кутят. Спит. Да, так. Такие тоже кролики. Так. Дальше. Дальше. Вот, посмотрим. Вот такие. Это Николаевский, да? И почем такие? 500 рублей. 500 рублей. Масса хорошая. Такой. Кролик. Кролики большие. Что там здесь? У нас куры. Куры. Ничего. Здравствуйте. Такой вот фазан. Фазан, по-моему, если не ошибаюсь. Еще каждый в отдельных клетках. Куры, куры. Попугаи. Уже пара краснохвостые, видимо, краснодарские, малолапые. Малолапые. И белые. Большие краснодарские. Красные. Привет. Примчались? Да. Сизые. Такие. Головатики. Мраморные. Ты что? Сизые хорошие. Почем такие сизые? 300 рублей. Это на холодец. На новый. Ну да. А каких он что-то не дают? Да нет. Здесь пропустил, вот здесь сизамуры какие-то сидят, чуть не пропустил. Вот. Хозяин что-то там будет. И почем такие ваши? Вот сизамуры и почем такие? По штуке?
для себя снимаете? Нет, для всех на YouTube будет. Саш, вы постоянно? Что? Это съемки ваши? Ну, Владикавказ, 15 рус, это ваша, да, смотрим, это моя. Ну, что-то в продаже не Фулинхорты вообще у нас нету. Надо будет к вам подойти. Спасибо. Так, тут у нас одежда. Так, немного пропустил. Вот такие. Давай их я встряхну, чтобы видно было их. А это как порода, я назову? Это венгерский турман. Красивые. Они и черные, и вот красные, да, расцветки. Да, черные, сизые, желтые есть. И почем такие? Ну, пара полторы. Полторы тысячи пара. С брачком как бы, если без брака, то люди продают. А это Леушовские? Это Ташкины. Или, а, Ташкины. У них голова уже поменьше. У Леушковского голова другая. Я чуть покрупнее. А такие Ташкины почем? 500. 500 рублей голова. Беленькие Ташкенты по 1000. Они как бойные? Бойные. Они вот это, ну это вся краснодарка бойная. Ну, кроме вот этих. Это просто летные. А плечи? А краснодарцы все бойные. Это же краснодарская длина. Ну, я знаю. Вот. И почем такие причистые? Ну это с брачком 250. Это как брачок. Цены соответствующие, как говорится. Хороший поток. 20. Вот. Так, вот что-то. Разного. Тут уже всего понемножку. Пара ребятских. Вот. Где волк там был? Вот волк на юг улетели. Где? Вот эти или? Я не знаю. Вот этих получше, вот это, качественных. Вот это вот. Это как их, стальные или как их называют? Пепельные. Пепельные, цинковые, стальные, каждый по-разному. И почем такие? По 500. 500 рублей. Телефон сказать? Если есть желание, ради бога. Что-нибудь есть гонимое? Да. 527-40-254. Звать как? Сергей. Какие стальные. Куда он пошел? Да. Ты же сам сказал. Он уже посмотрел. Снаряды. Что? Вот здесь, ну это уже длинноносые, вот такие белястые, лохматые. Здоровые. И почем такие ваши? По 800. По 800 рублей. Это как вот, буденовские их называют или как? Нет. Порода? Ну, это персидская порода считается. Персидская? Так, ну, дерево, не знаю, если честно. Так, здесь у нас красные, краснодарские. Тоже. Вот одна масть сидит вся красивая. Вот они белястые, крупные. А почем такие? Ваши? Хозяев нету.
Пушка, собачка, собачка. Павлины уже здоровые. А павлины почем ты? 5000. Собачки. Вот такая смотришь. А это как называется? Пицца. И почем? Сколько стоит? 7000. Ради бога. Лед и бой по вольеру. По вольеру? Ну это вольерная. Пластики. Вот дикарько. Якобины. И что такая пара стоит? Троячок. 3000. Просят. Ну а эти от 2 и выше. Где 1,5, там как договорились? А ты откуда сам? Сатранинского района. Здоровья. Черный. Здравствуйте. Сатранинского. Черный. Сатранинского района, с передовой. А, с передовой. Да, да, да. Вот мрамор. Эти вот где 500. А это почем такие? Ну, 500 просим, а там где 400. Пятихаточка. Это твоя пицца? Ну и моя, и вот Сережа. Ну ты же гоняешь вроде голубей. Ну гоняю. Да закрыло 2 недели назад, что-то уже жалко стало. Лупить как это. Ну. Позавчера Сиза кинул Краснодарского, чтобы на телефон снять. А он его подмышку взял и понес. Я и стою, рот открыл, и телефон включить не успел. Да. Ну. Ты мне голуба подберешь какой-нибудь. Мне на белых кров перебить. Именно белого? Да, да я расчеховался, я их осенью пораздавал, а голубь один пролетел старый домой. Ну, подобрал голубку ему. Ну, голубка, я там пацана спросил, она оказывается, это с подневой дочкой его. А я не хочу так паровать. Для разнокроя. Просто они летают неплохо и бьют неплохо. А у меня лед есть, бой слабый. Бой есть, лёда нету. Какие-то они. Понятно. Не, ну у меня тоже там есть так. Ну, есть. Кто-то забивается сильно. Да, такая же ерунда. Тоже там. Ну, понятно. Пёрка тоже, голубь хороший есть, голубки нет. И у нас их вообще никто не держит. И почем такие? По 300. По 300. Да, ничего. Так, и голубки. Слоняю, отсидел, спасибо. Больше не слышу. Ну, что поделать. Здесь еще пропустил. Здесь у нас белястые, пара белястых, пара сизых. Шейки. Шейки. А шейки почем такие? 700 рублей пара. Гаморные. Пара хорошая, расцвета. А такие мраморные почем? Гонины нет? Группы их не берут, это молодец. 1000 рублей. Такие. Так, здесь у нас птички. Так, попугайчики, канарейки. А канарейки почем? По 500 самки. 500 самки. А внизу самцы, да? Нет, самки. Это только самки. 100 рублей. Здесь тоже стекла запотели. Какие-то птички. Такие желтые. Попугай. Морские свинки. Так, ну, на этом я буду первую часть заканчивать. Еще идти, еще снимать и снимать. Так что поехали дальше.